восстановить силы. Ты сможешь всегда найти меня в информатории, как и раньше. Наконец-то. Сначала бей, потом думай. В этом все элеонские боги. А между тем,
Я та, кто может спасти твой мир. О чем? Твои уши простужены? Я говорю, что я пытаюсь спасти этот мир так же, как и ты. Понимаю. Наши расы давно враждуют. Мы враги. Но сейчас у нас одна цель. Мне известно, почему ты здесь. Потому что вы все боитесь. Боитесь из-за того, что появилось в небе над вашими головами. Вы не знаете, что это. Но я знаю. Это знак проклятия Аурии. И если ты не поверишь мне, дни Элеона можно будет сосчитать на пальцах. Как и наши с тобой дни. Я передам тебе бесценные знания моего народа. Пусть это послужит залогом нашей временной дружбы. Отнеси их тому, кто сможет их прочитать. Тому, кого вы зовете Археем, хитрому слепому старику, повелителю магии. Я же отправлюсь на поиски. И когда я отыщу новые искажения, ты примешь самое важное решение в твоей жизни. Помочь мне или умереть вместе со своим миром. Это древняя магия. Проклятие родилось в тот миг, когда вы убили нашу старшую богиню, Аурию. В последние секунды своего пребывания здесь Аурия послала зов, и Мактуб откликнулся на него. Аурия знала, что Небесный мост не выдержит появления Мактуба, или он погибнет от крушения одной из своих лун. Энергетическая сущность, которая живет в бесконечных пространствах космоса. Вы считаете его зверем и зовете космическим кротом. Элеонцы. Его настоящее имя — Мактуб. Мактуб ходит где хочет, а за собой оставляет дыры-порталы. Через них можно путешествовать между мирами, преодолевать десятки лет полета за одно мгновение. Мактуб не подчиняется никому. Но Сангра, великая богиня мантидов, могла договориться с ним и попросить проложить ей путь. Это знание перешло и к Аурии. Но она была всего лишь старшей богиней, ей не доставало сил. Смогла только приманить Мактуба к Элеону. Потому что здесь, в подземельях Элеона, собраны наши последние силы. Наш родной мир был уничтожен давным-давно. Может быть, мы последние мантиды во всей Вселенной. Я не допущу гибели нашей расы, даже если для этого придется объединиться с такими, как ты. Просто? А почему ты просто не станешь великим богом? Эти элеонцы. Свободно управлять кротом может только великая богиня. Думаешь, я это она? Нет, с того самого дня, как Аурия произнесла проклятие, я и мои сестры творили свою магию, чтобы уничтожить метку и отвести смерть от Элеона. Не суди о том, чего даже не понимаешь. Я сделала все, как нужно. Метки больше нет. Но в игру вступили те, о ком я не подозревала. Гвардия Сангры. Тебе уже довелось встречать их. Солдаты нашей великой богини, проспавшие тысячи лет в искажениях. Они пробудились и считают, что в небе знак Сангры, знак ее скорого появления.
Где-то в искажении они творят свой собственный ритуал, который держит космического крота рядом с Элеоном и не дает уйти. Именно поэтому я искала искажение и старалась проникнуть внутрь, чтобы остановить ритуал и спасти Элеон. Но из-за тебя мои жрицы мертвы, а я практически бессильна. Если этот мир погибнет, знай, что это твоя вина. Не время для лести. Но если тебе правда интересно, то сейчас наше общество переживает то, что вы зовете раскол. Вторая советница Изра, глава тех, кто верит в возвращение Аурии. Они считают, что та не могла бы желать нам смерти, не верят мне и не помогают. Гвардия Сангры, что вышла из искажений, просто не подчиняется никому. Теперь ты знаешь расположение сил. Вот только что тебе это дало? Довериться, а затем помогать во всем. Моих помощниц больше нет, благодаря тебе. Теперь ты займешь их место. Я ищу искажения. Ты убиваешь тех, кто внутри. Вот наш план. Достаточно простой. Любой элеонец запомнит. Бесценные знания древней расы. Я чувствую магическую ауру этих предметов. Это настоящие сокровища. То, что жрица передала их нам, говорит о том, что ей очень нужны союзники. Иногда большая опасность объединяет даже самых непримиримых врагов. Мы попали в сложный капкан обстоятельств, и у нас нет другого выбора. Скажи ей, что Совет Богов объявляет перемирие до тех пор, пока беда не минует. А теперь мне потребуется время, чтобы изучить сокровенные знания древней расы.